Рад приветствовать на канале. Давно не виделись. После замечательного открытия сезона 2018 года, естественно, снег все нам обломал. Поэтому видео из запаса все кончились. Но сейчас уже начнутся новые. Я что хочу сказать, почему снимаю видос? Небольшой анонс. Хочу рассказать, что мы сейчас будем делать в ближайшее время. В ближайшее время у нас планируется серьезный выезд на Белое озеро. Где-то на неделю мы собираемся с Камрадом, с Димычем. Мы едем туда. Есть много мест. Ну, вообще там места-то, конечно, старые. Вот. Там много что запланировано. Из ярославских, ну, понятно, что все наши старые места, докуда мы не видим, смогли добраться в прошлом сезоне. Будем пробовать в этом. Ну, и, естественно, у нас еще первостепенно сейчас дом немецкого помещика. Это вот та история, которую нам рассказал охотник, которого мы тогда зимой встретили. Вот, интересное место. Примерно мы поняли, где это находится. В устье двух рек, ну, ручьев. Вот. Нужно попробовать его найти и, соответственно, пробить эту дорогу, которую они называют деланной дорогой. Она не используется уже очень давно. На картах ее нет. Но люди говорят, что она есть. Через лес идет. И идет она в сторону вот этого дома. Тоже вот интересный вариант. Это вот ближайшее, что мы собираемся сделать. А, хотел сказать по поводу комментариев. Комментарии читаем вдвоем, канал ведем вдвоем с Любой. Читаем, соответственно, вдвоем, отвечаем вдвоем. Поэтому иногда получается путанина. Вот, я не знаю, может быть, нам как-то подписываться под комментами, чтобы вам было понятно, с кем вы диалог ведете. А то неразбериха выходит. Так, посмотрим. Будем тестировать приборы. Я сейчас с траком постоянно хожу. Может быть, еще что-нибудь на него докуплю. Посмотрим. Вот как-то так. Ну все, уже весна. Весной пахнет. Снег начал таять. А, ну в ближайшие выходные сейчас уедем тоже в область, в Ярославскую. Будем по чуть-чуть просеивать кучу из-под дома, из-под ну вот, из-под фундамента, который мы вынули, где стоял старый трактир. А моя, что это тут такое? Где стоял старый трактир, у нас сейчас новый дом на этом месте стоит. Мы снимали зимой видео. Я не знаю, выкладывали или не выкладывали, еще пока непонятно. Вот. Но кучу мы просеиваем. Соответственно, выбрали оттуда очень много керамики. Начиная от старой, там, и от черной, и от белой, там вообще какой только и не было. И заканчивая там, грубо говоря, ранний советский. И чернинка, ванина. Мусора советского там нет. Ну вообще мусора цветного там нет вообще никакого. Ни алюминиевого, ни фольги, ничего. То есть вообще удивительно. Так что если что-то попадется, я выложу видос. Ну посмотрим, будем его добивать по-любому. Так, продолжаю записывать. Идея заключается в следующем. Вот деревня. Вон она, наша старая церковь казанская. Вот здесь, где магазины, вот тут. Ходилась большая старая площадь. Естественно, она сейчас вся под асфальтом. Раньше здесь была ярмарка. Ну, естественно, там как бы что-то найти невозможно, потому что там все под асфальтом. А здесь вот идет овраг туда дальше. Вот я палкой показываю. Ходил тракт на Москву. Суть не в этом. На месте нашего дома, старого деревенского, старый дом, да, был трактир. Вот, здесь много находили в огороде. Вон огород у нас. Вот мы начали строить дом другой, новый. Вот. В огороде очень много всего находило. Чуматушка рассказывала, что они с ее дедом находили два сундука в огороде.
закопано. Ну, естественно, они все растеряли, разбросали. В сундуках были какие-то старые книги, монеты, украшения. Ну, естественно, книги церковные отнесли, в церковь отдали. А монетами они играли маленькие, все, естественно, растеряли с украшениями. Здесь был двор. Вот. Трактир стоял прямо вот здесь, вот, грубо говоря, под ним. Очень много находили. Даже вот в подпол мы лазили, в том году видео выкладывали. Вот. Здесь был двор. Ну, скотодвор, с животными. Но сам трактир здесь тоже был, грубо говоря. Мы его снесли и делали фундамент. Фундамент плита. Углублялись больше метра, то есть снимали слой. И, соответственно, весь этот слой сгребали в кучу. Ну, куда-то отгребали еще, но куча тоже есть этой земли. Вот она, собственно. Вот у нас сугробы. Идея заключается в чем? Ну, то есть своего рода шурф. Потому что делать больше особо нечего. Сейчас мы будем снимать чуть-чуть слоями землю, откидывать ее на что-то, прозванивать, убирать. И вот так вот снимать и смотреть. Потому что находок было много. Даже вот просто я ходил там глазами, что-то находил. То есть, возможно, что-то найдем. Ну и мусора будет, конечно, металлического и просто всякого очень много. Да, барханы, конечно, классные. Вот вчера пробивался. Такой он уже. У нас достаточно твердый. Вчера приехали. Махали-махали лопатами с той стороны, с дороги. Тракторами чистили. Все заледенело. Вот так пришлось друзьям звонить, чтобы трактор пригнали. Трактором сюда въезд пробивали. Вот. Так что сейчас начнем. Будем все это снимать. Остаемся на канале. Так, друзья. Немного прокопали. Сейчас покажу, что получилось. Да, копать, конечно, ошалеешь. А он еще вчера на солнце подтаял сверху. Он очень встал. Вот она куча мала. Вот он грунт начинается. Будем пробовать. Вот. А сюда сейчас расстелим. Грубо говоря, откидываем, прозваниваем и выкидываем. И вот где-то так и будем сейчас пробовать. Итак, до первого сигнала. Вот так у нас коп происходит. Комфортом. На табуреточке передохнули, покурили, дальше покопали. Класс. Повторный отзвон. Прозвон отсыпки. Какой у нас вид со двора. Прямо на церковь. Это наш снежный завал. О, заборы по самые уши. Это наши кротовьи норы. Здесь в мешках кирпич, керамика и стекло. Кротовья нора. О, высота. Так. Так мы двигаемся. Это прокопали проход к дворам. К дровам, то бишь. Там у нас остатки дров. Дальше. Не звалится бы. Мы продолжаем развлекаться. Сарай, к которому пробраться, в принципе, нереально. Это наша драгоценная куча. Мала.
все, что соскребли со старого фундамента. Вот такая нора. Вот так вот это все выглядит. Кирпич. Мы ее 2 года не трогали, а тут вштырило. Так вот, залежи. Пожалуйста. Это вот сук чайника. Ну, всякая шмурть. Вот так вот мы это делаем. Такой стол из снега. Достаточно подробно. Практически руками перебираем, выбираем стекло. Но нету цветных сигналов. Вообще. Только стекло и каванина. Старинные. Огромное количество стекла, старого кирпича. Советского мусора нет вообще. Ну, за исключением. А за каким? А, это вот... Ну, вот эти бутылочки, они советские. Это да. Вот именно. Вот. Пробки, фольга. Вот такая вот фигня, так выложили. Вот часть только. Это часть, остальное в мешках. Очень много черной керамики попадалось. Стекло такое. С надписями. С каким-то логотипом. Вот. Написано? Что-то на нем написано. Солнце заходит. Угу. Вот это вот иногда. Вот это вот лето. А вот так идет процесс добывания руды. По очереди шуруем уже. Одурели. Так, это что у меня там? 8 марта, в конце концов. А, да, 8 марта. Работайте. Какая-то точка прилетела на объектив. Теперь на стекло. Там чайник где-то торчал, заледен. Я его сняла. А. Но я его не выдолблю. Да-да, там заледеневший грунт. На этом прощаюсь. Смотрите канал, подписывайтесь. Ну и интересно дальше будет, я думаю. Всем пока.